Доброе утро. Всем не будет темно. Всем доброе утро. Путин морден, так будет темнее. И, ну, вот так нормально. Всем доброе утро, дорогие друзья. Итак, мы сегодня заканчиваем третью главу. Заканчиваем изучать третью главу. Как меня слышно, как меня видно. Так. Третья глава. Мы заканчиваем ее изучать. Дай мне сидурчик, пожалуйста. Где сидур? Так, всем шалом, шалом, бутертов, банжур, хеллоу, всем шалом. И сегодня мы заканчиваем третью главу Пиркей Авот, это уже серьезная тема, мы уже как экватор пересекли. Пересекли экватор, и, значит, сегодня у нас Мишна последняя здесь. Значит, как я понимаю, что весь этот... весь этот перек, вся эта глава, она была о том, как избежать греха. И самое главное, то, что я для себя понял, что для того, чтобы избегать греха, что такое грех, да? Еще раз давайте разберемся. Что такое темнота? Вот у меня половина лица светлая, половина лица темная. Вот, а сейчас и вторая половина лица может стать темная. Как? Вот так. Смотрите. Оп, сейчас. А, вот так. Все, видите? И вторая стала темная. Что я для этого сделал? Я убрал свет. Вот, я убрал свет. То есть, оп, свет есть, оп, света нет. Видите? Свет есть, света нет. То есть, по сути, человек, он весь пронизан, весь мир пронизан божественным светом. То есть, человек, по сути своей, он светится. То есть, есть Бог. Бог – это божественный свет, так, если так образно взять, да? То есть душа человеческая, она по сути своей светлая, добрая, любовь, счастье, радость, и так далее. Но когда свет прерывается, оп, все становится темным. Так вот, там, где нет света, там и появляется тьма. Понятно, да? И грех – это там, где нет, божественного света. Что выделяет божественный свет? Мы в Мишле учили когда-то нер-мицва, то есть каждая заповедь, она как свеча. Заповедь – свеча, ветора – ор, а Тора – это свет. В общем, самый большой свет – это Тора. Ведера хахаим, а путь жизни – это что? Тохахот мусар. Это наставления нравственные. Мусар, я чуть вернусь, это само слово мусар, оно от слова исурим, путь жизни – это страдания. И путь жизни – это маасар, это тюрьма. Очень странная вещь. Как может быть такое, что путь к жизни – он тюрьма? Смотрите, здесь есть очень одна хорошая, понятная метафора вообще, которая тоже делает понятным, как работают заповеди, грех и так далее. Вот если, например, человек купил поле. Купил, например, дерни нивня поле. Такое соточка, 6 соток у него есть, 6 соток земли. Земля хорошая, чернозем такой, земля-земля. Что земля производит? Земля – это просто земля, то есть это чернозем, да, черного цвета земля. Теперь, значит, все зависит теперь, что Георгий Нивня посадит в эту землю. Если Георгий Нивня в эту землю посадит цветы, какие-нибудь там, я не знаю, зерно, то отлично. То есть это оно даст плоды. То есть вначале нужно эту землю раскопать, потом в нее нужно посеять, потом нужно в нее что сделать, поливать там и так далее. Но теперь вот самое дальше начинается интересное. Если Дерди Нивня, он землю раскопал, засеял самыми классными плодами, овощами, там, цветами, все засеял, самые прекрасные культуры. И перестал за этим следить. Начал он лениться, Георгий Нивня. Он не решил так, а как вырастет, так вырастет. А в это время подул ветер и принес что? Семена сорняков. Сорняки есть везде. И эти сорняки начали расти. А он вместо того, чтобы эти пропалывать и убирать эти сорняки, он, значит, что делает? Спит, отдыхает. Дальше прилетели жути, колорадские. Жути прилетели, саранча прилетела. И он вместо того, чтобы как-то защищать свой урожай от вот этих вот вредителей, он продолжает отдыхать.
Вот это вот то, что происходит обычно с человеком. То есть есть у человека есть человек как земля. То есть это потенциальные возможности в любую сторону. Есть свобода выбора. Делать добро, делать зло, учить Тору, учить Титасти, ничего не учить, смотреть телевизор, не смотреть телевизор. То есть у каждого из нас есть огромное количество потенциальных возможностей. Дальше нам царь Соломон, мудрейший из людей, он нам сказал, что нер мицва, то есть каждая заповедь, которую ты делаешь, каждое повеление Бога, а Бог нам сказал, делай волю Бога как свою, чтобы он выполнил потом волю твою как его. То есть когда ты выполняешь заповеди, действия, да, то, что мы вчера учили, ты как будто бы каждым действием зажигаешь свечу, каждым действием ты добавляешь света, который убирает тьму. То есть свет убирает тьму, свет убирает грех. Теперь Тора, она вообще дает прям такой прожектор. Ты начинаешь понимать вообще суть вещей, ты начинаешь обдумывать. То есть у тебя появляется система координат, в которой ты начинаешь, у тебя как глаза открываются, да? Ведера хаим тохихот мусар. Путь к жизни, к какой жизни? К вечной жизни. То есть к жизни такой прямо жизни, настоящей жизни, да? Получается, нравственный вот эти вот охот мусар – это страдание, и путь к жизни – это страдание, и путь к жизни – это тюрьма. То есть ты должен свои сорняки внутренние. А что у человека является сорняками? Его злое начало, его животная сущность, его инстинкты. То есть есть у человека инстинкты, которые, они как бы, нельзя сказать, что они плохие. Они есть, они просто ведут его в плохую сторону, если их не обуздать. Инстинкт, например, выживания. Хороший инстинкт? С одной стороны, хороший. Но большинство людей, как его действуют, они не просто выживают, они все время, у них тяга больше ресурсов, больше всего. То есть им все время мало. С одной стороны, инстинкт выживания заставляет тебя выживать. Но где эта граница выживания? Эта граница выживания нет. И большинство людей всю жизнь занимаются накоплением каких-то непонятных ресурсов. Есть известное, ну неизвестное, это как бы, вот я иногда еду там по городу или смотрю, какие-то люди вот на лавочках сидят такие, которым негде жить, да? Но у них столько мешков, кулечков, пакетиков, и они не могут от всего вот этого вот огромного количества каких-то вещей, они все равно собирают, да? То есть у человека включен этот инстинкт, и если он по нему идет, то он, значит, занимается постоянным, бесконечным вот этим вот алчность накопления. Теперь дальше. Второй у человека есть инстинкт, это, опять же, инстинкт выживания, но он к чему человека ведет? Человек иногда бывает выживает, а иногда он уничтожает других людей. То есть его этот инстинкт, он у него вызывает страх, он все время боится. А когда он боится, он трактует, что другие все хотят ему принести зло. А если другие хотят ему принести зло, то он должен напасть первым. Это тоже от страха. И все войны, они от страха. То есть одна страна говорит, вау, они рядом с нами, они задумали зло на нас. Мы сейчас на них нападем. Даже в Торе первое вот это вот, когда фараон захотел евреев забрать в рабство, он же что сказал? Они размножились, они станут сильнее, чем мы. И если будет война, они присоединятся к другой стороне. А, значит, мы должны напасть на них первыми. То есть все войны, они от страха за свою жизнь. Понятно? Больше всех боятся, если мы посмотрим, вот эти мафиози все и так далее, они все время ездят с охраной, они боятся очень сильно. И они от страха, они первые убивают, нагоняют страх на других. Понятно? Теперь инстинкт размножения. У людей включается инстинкт размножения, и они вместо того, чтобы жениться и рожать детей, и все делать очень организованно, они могут пуститься в совершенно непонятные какие-то эксперименты, не понимая, что это просто у них инстинкт. Так вот, мусар, вот эта вот нравственность, да, это человека держит, и оно держит человека через страдания. То есть или ты сам себя держишь и направляешь себя все время в сторону света, то есть ты все время делаешь заповеди Тора, то есть ты все время сам себя направляешь, чтобы у тебя было много внутри вот этого света, или же ты идешь по пути темноты, да, то есть как бы растут сорняки,
И как следствие, у человека в жизни появляются какие-то страдания, неприятности. Если мы посмотрим на мир, то большинство людей страдает без остановки. Хорошо, теперь, значит, подойдем последняя мишна в главе, которая говорит про то, как избежать греха. Значит, последняя мишна, ее сказал нам Раби Элазар, его называют иногда Бен Хисма, иногда просто Хисма. Значит, что про него известно? Раби Элазар Бен Хисма, он был очень-очень образованный человек. Он не просто знал Тору, он кроме Торы знал вообще все, что все знания, доступные на то время, он знал. Значит, он знал, получается, математику, там, астрономию, физику, там все он знал, то, что касалось вообще наук на то время. И он, что он сказал? Он говорил нам, кинин у петхе неда нн гуфей алахот. Значит, кинин, это были законы про гнезда. Про гнезда, про птиц, которых приносили в жертву, про голубей, жертвоприношения и так далее. Он говорит, вот эти законы про этих голубей, про гнезда, про птиц, которых приносили в жертву, у Питхе Неда, значит, Питхе Неда – это законы о женской чистоте. Неда, значит, это есть специальные законы о семейной чистоте. Когда женщина там может, не может, кровь, не кровь. Я сейчас не буду вдаваться в эту подробности этого, да, как бы по верхам чуть мы пройдем. В общем, есть два вида закона, которые он называет «Н.Н. Гуфей Лахот». Он говорит, вот это основа закона. То есть вот эти странные, не для всех применимые, с множеством тонкостей законы, он говорит, вот это и есть основа законов, как бы главное в законах. «Ткуфот ведиматриот парпараот лехахма». Ткуфот – это знание периодов, то есть ткуфот – это мазалот, да, вот многие говорят, а что, как иудаизм относится к, там, к астрологии и так далее. Очень хорошо, то есть Рамхаль пишет, что Бог через звезды управляет миром, то есть через звезды, через планеты идет управление миром, никто же не отрицает, что есть приливы, отливы в океане, да. Луна влияет на прилив, на отлив. Никто не отрицает, что есть зима и лето, да, солнце влияет на температуру воздуха и так далее. То есть влияние звезд на этот мир – это как бы влияние энергии, небесных сил и так далее. Всем этим, естественно, управляет Бог. Теперь, что интересно, мудрецы Торы раньше, особенно Авраам Авину, праотец Авраам, который был первый еврей, он был очень невероятный астролог. Он даже в Торе написано, когда он вышел, посмотрел на звезды там, и так далее. То есть звезды, есть люди, которые реально понимают, как... То есть если через звезды идет влияние на мир, то тот, кто знает, как работают звезды, он может понять, какое влияние сейчас идет, какое влияние на какого человека было в момент его рождения. Другое дело, что Тора запрещает верить гороскопам и принимать решения на базе вот этих вот гороскопов. То есть Тора говорит, что ты должен верить в Бога, у тебя есть связь с Богом, у тебя есть молитва, у тебя есть заповеди, у тебя есть Тора, что делать, что не делать. Это самое главное, то, что управляет твоей жизнью. Звезды, да, есть влияние, но влияние твое на твою жизнь намного больше, чем влияние звезд. Так вот, он говорит, что тот, кто знает вот эти вот куфот, это вот эти вот законы звезд, как звезды работают, ведиматриот. Что такое диматрия? Вы знаете, вот мы же смотрим на мир, каждый смотрит на мир сквозь призму своих знаний о мире. То есть вот человек, например, я про поле рассказываю вам, да, там я поле видел в своей жизни раз пять и ни разу не сеял, не пахал, не и так далее. То есть мой рассказ про поле, он очень поверхностный. Но человек, который занимается 20 лет там сельским хозяйством, он смотрит на поле, и ему сразу открывается, какие там можно садить растения там, и так далее. То есть он этого колорадского жука знает как родного, да, этого жука. Он на него смотрит, может возраст его определить и пол сразу, просто по одному взгляду. То есть есть люди, чем больше ты знаешь, тем по-другому тебе открывается мир. Теперь есть люди, которые знают, вот я лично видел несколько таких людей, которые они настолько знают слова,
То есть вообще главный код, который управляет миром, это слова. Есть люди, которые знают числовые значения слов, и они прямо слышат слова, но они их слышат по-другому. То есть они слышат то, что стоит за словами, они понимают структуру. Там, это люди, которые очень сильно глубоко проникают в слова. Тора, она написана на святом языке, там есть 22 буквы, которыми был построен мир. То есть есть алиф – это 1, бет – это 2, гимел – это 3, далит – это 4, эй – это 5. Там есть числовые значения каждой буквы. И Бог, когда Он создавал мир, то Он создавал мир через слова. И, значит, есть люди, которые видят все это прямо чуть ли не до корней, до сотворения мира. Это называется гематрия. И, значит, я очень люблю одну из гематрий, красиво есть, что вот есть слово на иврите «ав». «Ав» — это «папа». «Ав». Значит, гематрия слова «ав» — это понятно. Первая буква и вторая, один и два — это три. Гематрия слова «папа» — это три. Значит, числовое значение. Гематрия — это числовое значение. Есть слово на иврите «эм». «Эм» — это «мама». «Ав» — «вм». «Ав» — это «папа», «эм» — это «мама». «Эм» — это «алиф мем». Это 41 числовое значение. Значит, если мы возьмем «ав» – «папа» и «эм» – «мама» вместе сложим, получается 3 плюс 41 – 44. И у любого папы, это мы говорим о святом языке, «ав» – это как бы, ну, отец, скажем так, да, родитель, можно так сказать, да, потому что это относится не только к людям. Например, есть «арба вот млаха», то есть есть 4 не млаха, а «арба вот незитим», есть 4 отца для всех ущербов, да, такое есть в Торе выражение, 4 основы. Если мы сложим папа плюс мама, получается 44 числовое значение. Слово елы, то, что рождается, какое числовое значение? 44. То есть если мы складываем папа и мама, получается вместе елы, то, что рождается, 44, да, 3 плюс 41. Но тут есть еще интереснее. Значит, когда мы... Вот, например, ребенок, рождается ребенок человеческий. Кто больше принимает участие по времени в его рождении? Мама. Мама его носит 9 месяцев, а папа его всего лишь там, он принимает какое-то участие, как зерно такое, да, вложил в маму. Теперь получается, что вот это соотношение 3 и 41, оно показывает это. Теперь есть папа и мама, есть у любого, то есть как бы любое в этом мире... Любое в этом мире создание, оно является производным от влияния каких-то там отец и мать. Например, кто-то дает идею, это отец, кто-то ее воплощает, это мать. То, что получилось, это то, что родилось. И так можно рассмотреть весь этот мир по этой схеме. Вклад отца – это креативный импульс, вклад матери – это вынашивание и такой вот труд по выращиванию, и в итоге появляется третья составляющая, но без вклада отца, вот этой креативной идеи, и вклада матери по вынашиванию этой идеи и претворению ее в жизнь, не было бы производного. Теперь, если мы добавим к любому ребенку елет, мы добавим душу, божественное. Алиф – это божественное. Еще одну единичку мы добавим. Алиф – это один, Бог один, и мы добавляем вот этот божественный свет в елета. Что получается Адам, человек? Адам, гематрия 45. 44 плюс 1 равно 45. Слово Адам, человек, гематрия 45. Вот я вам показал на простом примере, что имел в виду в последней мишне Раби Элазар бен Хисма. Он говорил, вот эти вот тонкие законы, которые редко встречаются, которые не всегда нужны, они являются сутью Торы, потому что без них не было бы ничего. Вот эти все мазалот, там все эти гороскопы, вот эти все гематрии, это десерт для мудрости. Это красиво, это вызывает уважение к тому, кто это знает, это тебя развлекает, но это не является сутью твоего пребывания в этом мире, это десерт. На одном десерте ты жив не будешь. А что происходит, если человек знает, например, законы неда? Значит, есть известная история в Талмуде, трактат Баба Мицея, Раби Элазар, сын Раби Шимон бар Йохая, он был уникальная, очень уникальная личность, там про него целое, в седьмой главе трактата Баба Мицея есть про его жизнь, там удивительные истории.
Одна из удивительных историй была такая, что он каждую ночь он просил у Бога, чтобы Бог ему дал страдания. И он всю ночь, он утром, когда просыпался, у него все простыни были в крови, в гное, у него все тело было покрыто какими-то очень страшными такими болячками. А утром он молился, и, значит, эта боль уходила. И его жена ему там всякие компрессы клала там и так далее, кормила его, и он так жил несколько лет. Значит, ночью он страдал вообще, а утром он целый день, он, значит, лечился, его жена его лечила и кормила его вкусной едой, лечебной очень. И как-то она узнала, услышала, что это он сам на себя звал страдания. И она ему говорит: ах, так, говорит она ему, значит, если так ты, я-то думала, что ты реально болеешь, а ты сам на себя страдания получал. Значит, а он эти страдания на себя получал, чтобы искупить какие-то, он думал, что вдруг у него есть грехи какие-то, и он на всякий случай брал на себя страдания. Это его был тренировочный такой момент. Она от него ушла. Она от него ушла, говорит: посмотрим, как ты без меня справишься. Он помолился, значит, на следующий день приехали, привезли ему 60 мешков золота. Кто ему привез 60 мешков золота? Моряки, которые во время бури, они думали, что они утонут. И они просили Бога, чтобы спас их в заслугу разных мудрецов. И когда они говорили: спаси нас в заслугу Раби Лазара, сына Раби Шимон Бар-Йохая, шторм прекратился. И они, когда спаслись, они ему принесли подарок 60 мешков золота. И он на эти 60 мешков золота нанял себе обслуживающий персонал, его кормили, значит, все у него было отлично. То есть он как бы... Она увидела, что он без нее тоже справляется. Но когда ее не было дома, она была против того, чтобы он шел в Бейт-Мидраш, в Дом учения. Такая была жена. Почему, по каким-то причинам она была против. И он пришел в Бейт-Мидраш. И ему принесли на проверку 60... женщины, они проверяются там, когда идет кровь. Вот какая-то кровь запрещена, какая-то... В общем, они пришли ему на проверку, показали 60... сомнительных вариантов вот в этих как раз законах неды. Он посмотрел все 60 вариантов и говорит: все чистые, все свободные. А там такая страшная вещь, в которой все устражаются, что если он сказал, что это чистая, а она на самом деле не чистая, то это самое страшное наказание, там, вплоть до карета, там, ну и так далее. То есть это надо было брать на себя огромную ответственность, чтобы сказать, что они все... что они все доступны для мужей. И он сказал: все 60 доступны для мужей. Ему мудрецы говорят: слушай, а ты не сомневаешься в себе вообще? Как ты так берешь на себя такую ответственность? А вдруг ты ошибся? То есть лучше перестраховаться? Он говорит: значит, если я прав, то тогда у всех родятся мальчики. И через 9 месяцев у всех родились мальчики. И они назвали всех мальчиков в честь Раби Элазара, назвали Элазар, дали такое имя, Элазар, Элиэзер. Раби Элазара его звали, да. То есть мы видим, что очень мало людей, которые знают вот эти вот тонкие аллахот, тонкие законы, о которых говорил Раби Элазар Хисма. И много людей, которые рассказывают про гематрии, про какие-то глубокие вещи и так далее. То есть естественно, что рассказывать про гематрии – это красиво, а учить вот такие вот аллахот, законы, их выполнять – это сложно. Поэтому давайте, значит, еще раз давайте тогда вернемся. Если весь этот перек есть, вся эта глава говорит о том, как избежать греха, то нужно делать и то, и другое. То есть все, что заполняет твою голову знаниями, информацией, желанием, которое ведет тебя в сторону Бога, свеча – это заповедь, Тора – это свет, и путь жизни – это нравственные наставления мусар. Или ты берешь на себя страдания через дисциплину, то есть ты сам на себя берешь страдания, как Раби Элазар, сын Раби Шимона, или как человек, который у него есть дисциплина, он себя заставляет поучиться, повторить, потренироваться. Дисциплина, дисциплина, дисциплина – это страдания. Но он выгребает свою дозу страданий маленькими дозами, которые его ведут вверх. Или человек все время катится вниз, отдыхает, расслабляться, только в кайф, не напрягаться. В одно ухо телевизор, в другое ухо интернет, Facebook, Instagram. И человек такой висит, потом бах,
и пришло концентрированное страдание, болезни, бедность, там проблемы и так далее. То есть или ты выгребаешь страдания по чуть-чуть, или же ты стремишься, а кайф получаешь. Это очень для меня важная концепция такая, да? То есть тот, кто выгребает страдания по чуть-чуть, у него для баланса он потом получает много удовольствия. Естественно, что он не гонится за удовольствиями, он гонится за страданиями, за дисциплиной, и потом к нему приходят разные удовольствия, признание, слава и так далее, но он должен убегать от них наоборот. Чем ты больше убегаешь от удовольствия, тем сильнее они за тобой гонятся. Теперь есть люди, большинство людей в мире, 99% людей в мире, они гонятся именно за удовольствием. Они все время думают, как кайфануть, как сочкануть, как не сделать, как пропустить тренировку, как не сделать, как не поучиться, где бы полегче, где бы отдохнуть. В итоге они получают в жизни разочарование, нереализацию, болезни, страдания и так далее. Все, я всем желаю, чтобы мы выгребли все свои страдания, изучая Тору. Тяжело, по чуть-чуть, но давайте сейчас каждый, сделайте, пожалуйста, вывод из урока, повторите, посмотрите еще одну-две статьи, прочитайте. Это работа. Учить Тору – это работа, тренироваться – это работа, постигать новое – это всегда работа, это ты как грызешь истину, да? Все. Удачи, успехов, всем хорошего дня. Если мы будем повторять третью главу постоянно, а что там ее прочитать, 5 минут, то будет защита от греха. Все, напишите свои три вывода, поделитесь уроком. И, значит, распространяем свет Торы. Миссия портала Ваикра – это что? Значит, и возвал. Мы распространяем знания о Боге. Все, всем пока, хорошего дня. Всем пока. Пока. Это я еще?